Ола Мигас продолжается. Сома. Так, значит, как выйти-то отсюда? Может, вот этим? Может, пультом дистанционно обойдемся? О. Чё-то... А, во, все. О, какая... Как вода отзеркалила это все. Где же до этого все это зеркало было? Обычно слезает главный герой, вообще не глядя под ноги и не оборачиваясь, плевать, что там сзади могут за жопу схватить. Так, в прошлой части мы я открыл базу, короче, вот ту, куда мы там шли, и главный герой сказал, что там замануха какая-то, короче, западня, засада. О. Он похож на восковую фигуру стал. На восковую фигуру Фантомаса. О! Ведроверч. Ведровер мой. Кореш наш. Он летает. Может, другой уже, хрен его поймешь. Эти роботы все на одно лицо. Тут вообще все на одно лицо. Люди-какашки тоже одинаковые, все одинаковые. Сколько мертвых водолазов стало здесь, заметили попадаться? В начале игры вообще ни одного не было трупа. А теперь прям вон один с другим. Интересно, почему у меня даже на моем на этом приборе даже уже поселилась какая-то морская живность? Подос начинается. Я что-то не понял, а в чем прикол-то? Я нахрена это открывал, если тут все закрыто? Что это такое? Омикрон. Шаттл тоннель. Аннекс. Эбис. Патас 2. И чё это, бля? Я здесь где нарисован? Хер чё понятно ему. Может, надо робота со сваркой сюда притащить, чтобы он дверь открыл? Воспользуйтесь другим входом. Так, хорошо. Хорошо, я понял. Значит, а я сейчас... В какой я сейчас вход ломлюсь? Вот этот, видимо, где желтая шаттл тоннель. Значит, мне надо обойти и слева как-то войти. Сейчас выхожу и налево получается, да? А шаттл тоннель, он где здесь? Наверное, под землей. В любом случае, мне, короче, туда идти. Я разблокировал эту дверь, чтобы пойти. Ага, да, все правильно. И внизу там где-то будет вход. Ни хреново, ни хреново. Сгущаются краски, да? Ебёнать! Здравствуй, вечность. Я оступился, я оступился. Ну что ж, я буду четвертым человеком, опустившимся в Марианскую впадину. Джеймс Кэмерон, два каких-то чувака. И я. Да-да, здрасте, здрасте. Видали уже. Спасибо, сука твою мать. Главное, я смотрел под ноги, я не виноват, что герой кривоногий. Чекпоинт по-дурацки расположен на лестнице спуска из этой капсулы. Пришлось опять сюда бегать и, не знаю, пытаться дверь открыть, что ли. Но я правильно понял, да, что надо здесь идти? Потому что другого прохода здесь нету. Если там обрыв.
Девятый этаж, узкий карниз. Мальчик стремительно падает вниз. Это у него боязнь высоты, что ли, включилась? Чё он лагает-то? Или опять дискобол где-то здесь ходит? А я-то как надеюсь, что это верный путь. Ай, тихо! Грёбаная рухлядь. Сука, дедушкин-то антиквар. Ну здесь бы какие-нибудь щупальца до кальмара. Что-то происходит, фонарь-то лагает. А нахер я и так спрыгну. Ну что ж. Мы на месте. Здесь хоть слив работает. Хоть в одном унитазе. Такой звук вообще. О, да. Нет, нет, только не подвис. О. Все равно лагануло. Ну, посмотрим, кто захватил эту станцию. Моллюски, наверное, какие-нибудь опять ракообразные. Так, там вон, я уже нашел костюм. Вон лежит, на ком-то одетый. Сейчас пролагает. Надо отвернуться к стенке, чтобы не лагало. Ну чё, отлегло? Или, вернее, отлагало? Вроде да. Ну, посмотрим. О, гантеля. Сколько весит? Ну, 5 кг, наверное. Фитнесовая, обрезиненная. Так, ну чё, шлем. Шлем я уже нашел, кажется. Вот он. Нахрен тут строительная каска. Вот костюм, но я в таком и так одет. Это шматье главного героя висит, инфа 100%. Так, что еще у нас здесь? Развороченная дверь. О, милый, голова болит. Это ж тёлка. И все, что ли? Что это было-то? Ну-ка еще разан. Помехи какие-то. Походу это... Так звучит, наверное, новый моб какой-то в этой игре. Ой, этому бошку взорвали, смотрите-ка. То же самое он слышал. Помехи. Видимо, когда слышишь помехи, надо делать срочно сейбл. Так, какая кому дверь больше нравится? Контаймент... Даже не прочитать, а здесь вообще ничего не написано. Ну, давайте в нонейм дверь. Так, хорошо. Там лестница, а здесь что? Ядрическая сила, что это такое? Полное блокирование станции. Отмена терминал в комнате погружения. Я не понял, что это лагает? И капает. Здесь что-то враждебное. Видимо. Платы материнские, что ли? Ну, похоже. Так, тут все заблочено. Тут делать... Пока что нехуа. Нехуа-хуа. Значит, идем на лестницу. Хоть трупы бы, блин, можно было поднять да выкинуть, а то что-то они меня настораживают. Так, тут два костюма было, тоже угнали. Или тут не те костюмы? Это, наверное, не глубоководные, а поверхностные. Диспатч. Дай в рум. Опять сердце забилось.
А я понял, тут, наверное, роботы опять вернулись. Роботы вернулись в игру, я прав? Уж лучше роботы, чем опять какашки. Никого. Вроде бы. Опять какой-то несчастный загнулся, что ли? Что такое-то? Хера узнает, что-то робот лагает. Тут, наверное, магнитное поле какое-нибудь или что-то типа того. Это что за хуй с горы? Товарищ! Товарищ! Вы кто? Полная. А что это такое? Смотрите, операционная какая-то. Он сказал, это надо прекратить. Он похож, знаете, на кого? На черного из этого. Из метро 2033. Он... У меня появилась идея. Может, туда войти надо в эту комнату? Тут огнетушитель имеется специальный. Тут и ключ, вернее, от двери рядом висит. Ну-ка посмотрим. А, блядь, тут открыто, что ли? Нет, тут стекло. Это чё, блядь, за магия сейчас была? Бля, быть такого не может. Подождите. Подождите, на бис. Где еще один? Сейчас, блядь, найду. Не, не нашел, больше нет огнетушителей. Ну, короче, дамы и господа, Дэвид Копперфилд. Что за нахуй? Бред какой-то. О, медицинская. Медицинская коптерка. Фонарь что-то вообще загнулся. Можно где-нибудь фонарь-то проапгрейдить в этой игре? Так, это МРТшница, походу. Ну, туда нельзя. Понятно, почему тогда персонаж лагает. Тут же магнитные поля, получается, рядом с МРТ. Чью-то жопу вон фоткали, и легкие. Ботинок. Мне кажется, фонарь тут разряжается, но индикатора нету у фонаря. Да, он просто садится нахер. Его надо чаще вкл-выкл делать. И что это, блядь, такое? За комната. За коридор. Длинною, блин, в вечность. Заперли в светлогорнице. О, еще один умный инструмент. Энергокостюмы Хайматсу. Руководство по использованию. Соблюдая указания, вы убережете от несчастных случаев самих себя и своих коллег. Наденьте неопреновый нижний костюм, ремни, проверьте ЭК. Да это мне нахер еще не надо. Я же не собираюсь его в реальности надевать. Костюм-то где? Все заперто. Кейтрин, костюмы все уперли. Is this our car? Everything is
abyss without ending up like a recycled can of soda? You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. Я как бы уже в костюме. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. Ванкувер, Торонто. Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. Балда, она сказала идиот. We know it can be done. We don't need to make it a big deal. В новое тело, нихера себе. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbar at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Так а тело-то я где возьму? В морге, что ли? Ну, энергокостюм понятно, вон, в Д. В странной сидячей позе он хранится, конечно. Ой, ёбаная жизнь. Гарантированно выдерживать температуру в диапазоне от полтоса до минус 75. Стабильно сохраняем внутреннюю температуру в 40 градусов. Можно изменить. Костюм автоматически защищает носителя от внешнего давления и поддерживает внутреннее давление в одну атмосферу на глубине до 5 километров. Встроенный контроллер отслеживает физическое состояние носителя и способен свести к минимуму риск шока, гипервентиляции и даже обезвоживания. Костюм легко собирается с помощью резьбовых вставок на шее и в рукавах, которые надежно фиксируют перчатки и шлем. Внимание! Соединения костюма не будут запечатываться до тех пор, пока контроллер не опознает носителя с помощью системы датчиков. Костюм можно настроить на работу с конкретным носителем, не по умолчанию ограниченный... но по умолчанию ограничено его использование... Твою мать! Но по умолчанию ограничений на его использование нет. Сука. Контроллер – это встроенный в костюм компьютер, отслеживающий пульс, мозговую активность, температуру тела и уровень стресса носителя через проводимость кожи. Он использует полученную информацию, чтобы обеспечить носителю удобство. Что-то там работы, хуё-моё. Понятно. Отслеживание ЭК. Три костюма, вон они. Или что? Че, блядь, как это понимать-то, что это такое? Климбер. Ну вот один костюм здесь, один в бездне, понятно, походу. Капсула D, по-моему, да? Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. Везуха. Yes, you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. То есть я сейчас в труп вселюсь, что ли? It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the arc. I need this to work. So we need a подыграйте, подыграйте. Structure gel and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Структурный гель, чип какой-то. Это, видимо, в костюме уже сюда надо будет идти. Чё, кто-то идёт, что ли? Почему открылось? Структурный гель, энцефалочип и еще какое-то дерьмо. У нее внутри ничего нет. Овца, блядь, нашла где сдохнуть.
Она там, походу, умерла от этого. С голодухи, от обезвоживания, еще чего-нибудь. Но умирала она в этом костюме, походу, нереально долго. А это что такое? Электронная книга, что ли? Образцы микрона в ковчеге, снаряжение, пайки загружены, подъемник, оператор, станция. Вот тёлка, наверное, справа, вот эта, походу, померла. Так, ну и где мне все это говно искать-то? Я чуть не врубаюсь. Энцефалочип, гель, набор аккумуляторов. Хоть свет дали. Вот уж прикольно. Что больше всего нужно на подводной станции, так это гребаный аквариум. В чемодане ничего нет. Я просто уже знаю, сука, как они умеют прятать вот это то, что мне надо. Оно все может быть в такой жопе, а может и на виду лежать. Может теперь в МРТшнице можно что-то найти? Набор аккумуляторов, например. Нет. Так, оттуда я пришел. Склад. Это не то. Не то. Все закрыто. Короче, на складе вообще ни хера нету. Кибернетиус какой-то, блядь. Почарики с чем-то. Все. Алис, больше ни хера. Отличная комната вообще. Энцефалочип, набор аккумуляторов и гель. Я даже не знаю, что из этого должно быть в медицинской комнате, а что нет. Вот это не гель. Колеса. А это что такое? Ну, жоп твою мать, теперь что, назад идти, что ли? О, кстати, огнетушитель-то. Входит, выходит. Прикольненько. А выше можно, интересно, подняться? О, что это такое? Карта.
Очково, но он не первый раз там появился. К сожалению, непонятно, что где лежит, даже поэтому карта не поможет. Большеголов Яков Гальперин. Гальперин. Рядом с подстанцией Микрон обнаружен необычно пассивный атлантический большеголов. У него очень необычные костные наросты, которые, скорее всего, мешают восприятию. Я занес рыбу на станцию, чтобы изучить ее, но она перестала двигаться и умерла. Когда я вытащил ее, чтобы изучить труп, рыба неожиданно ожила. Она дергалась несколько минут, и я решил вернуть ее в аквариум. Рыба сразу же начала биться о стекло и разбилась до смерти, прежде чем я успел ее вынуть. Шелли доставлена мертвой. Клаудия Эймс. Дарби и Уолдек обнаружили, что именно эта рыба мешала работе зонда Лумар на глубине около 900 метров. Это черный центролов длиной 150 сантиметров. Но он выглядит так, будто сросся с какой-то другой рыбой, может акулой. Таких жутких мутаций мы еще не видели. Очевидно, что наше положение становится все хуже и хуже. У мутации есть какая-то причина. И это уж точно не радиоактивные осадки, как говорит Орвари. Йохан Росс скончался по пути. Клаудия Эймс. Мертвец, найденный этим утром в подъемнике, был опознан как Йохан Росс, психолог и институт исследований, работавший на Тау. Я даже представить себе не могу, что могло произойти там в бездне, и, честно говоря, совсем не хочу рисковать своими людьми, чтобы это узнать. Если команда Ковчега еще жива, в чем я сильно сомневаюсь, им придется как-нибудь подать нам сигнал. Мы не будем спускаться просто из любопытства. Как интересно у вас братство, товарищество. Тихо, тихо. Вау, вау, судорога, успокойся. Все-таки я ни хрена не понимаю. Где искать эти обоссанные, обосранные запчасти? Тут, естественно, все без перевода. Да даже если и с переводом, что это даст-то? О! А кто это водолаза раком поставил? Чё-то ни хрена не понимаю, что за звуки. Обнаружен отказ электропитания, причина перезагрузки с чего? Ёб твою мать, что это такое? Снежинку надо из этого составить, что ли? Вау-вау-вау-вау. Назад верни, да? Тихо нахуй. Ну они зеркальны. Сбросить. Что-то вообще... Что-то за херня вообще. Да ты нахер иди. То есть, надо каким-то чудом, блять, объединить все это говно в одну, что ли? Не может такого быть. Не перейти вот здесь между этими двумя. F3. Ну-ка я F3 нажму. Ну это что дальше делать?
А, я понял. Можно, можно, можно их объединить в одну линию. Сука, еще раз дрыгнешься, я тебя вздрючу, тварь. Вот так вот. Да, кто батя? Музычка что-то какая-то грустная заиграла. Чё, кто-то помер, что ли? Пока это мастерил. Я впервые в этой игре музыку вообще слышу. Не к добру это что-то. Чувак-то живой сидит, походу. Хрен он живой, он зомби, походу, какой-то. Его роботизировали. Так, где это мы? И что это такое? Где перевод? Entau VDV Alpha take the gel to Alpha. Возьми гель в Альфе. Into the Abyss Alpha. Alpha в Abyss'е. Чувак-то там встать не надумал еще. Гарнитурка, все понятно. Очередная пачка аудиозаписи. Перейдем к последней сразу. Это что, все? Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Передатчика, не просрали свой передатчик. Это, видимо, основной посыл этого говна. Не забудем, не простим. Так, компьютеры нельзя потрогать. Я так понимаю, здесь основная фишка в том, что здесь лечилка стоит. Киборг. Так. О, робот-репейр. Роботочинительная. Здесь должен быть, как я понимаю, гель. Ну, сука, хрен тут плавал, походу. Связь, мотор, чуть такое. Да, какие ёмкие тут, сука, загадки, блядь. Вообще не просышь даже, что делать надо. Ну. А, у него внутри энцефалочип, сука, твою мать.
Не, не так. Блять, охуенные загадки вообще. Ну и где, блять, инструкция к этой... Заебись, и что это такое? Во, блядь, дерьма кусок, я чё нахуй? Как я должен понять, что там, блядь, вообще надо делать на этом ебливом экранчике, ёб твою мать? А? Что это за борода-то такая? Какая нахуй связь, какой в жопу мотор, блядь? А, о, чё-то нажимается. И как это, блядь, работает? Вообще нихуя не понимаю, ну, блядь. О, оптика. О. А, я понял. Надо выбирать вот эту везде, и все будет нормально. Понятно. Вот, первый пошел. Второй пошел. Нет, это должен быть самый дальний. Вот. Чушь такая. Хоть написали бы, что надо нажимать эту хрень. Энцефалочип — это его глаза, короче. Прикольно. Все, больше тут нехер делать. Гуманоид там не ожил. Сидит, кайфует. Я сюда в это крыло больше не пойду, поэтому активирую сейчас эту хрень. О, да. Упс. Это что такое? The head. Сердце альфа. Альфа. Так, энцефалочип добыли. Осталось гель. И... батарейки. Отвали от меня нахуй. Спасибо. Так, с этим говном закончили или что? Может, эти плевки, которые падают, это и есть? Гель. Да. Это гель только. Просроченный, походу, протекший. Так, ну все, остается обратная дорога только. Ну, батарейки, где могут быть? Аккумуляторы, аккумуляторы. Ну, аккумуляторные батарейки. Я буду их называть батарейки. Хер тут, да? А тут геля нет? Вот в этом шланге.
хрен тут лысый. К тому же закрыто. Он постоянно в одном и том же месте появляется. Говорит одно и то же. Так, тут нихера ничего не поделать. О! Вручную. Здесь тоже самое наверное. Ох, ебёный, что случилось-то? А, двери открылись. А внизу. И внизу, и вверху, и везде, походу. И чё? Процедура, ёптить. Я жду, у меня сейчас утилизируют после сканирования. О, очередная с больной головой. Лишь бы не готовить. Подхожу, вижу душ. Не подхожу, не вижу. Как странно. Так, что это у нас? Комната очищения. Пепельница какая-то магнитная. Это похоже на фильм «Нечто». Такие пробирки кровь добавляли. Вау, как она разрослась. Схема скопирована. Структурный гель. Проверить формулу на тете. Соматический шок, смерть. Не совсем идеально. Гель. Тут есть где-то гель. Структурный гель заряжен. Он даже продолжает кое-что... Продолжает какое-то время работать, даже после отсоединения от источника. Кажется, гель не только уменьшает сопротивление, но и меняет функциональность тыры. Уничтожить Нью. Я нанес гель на мертвую мышь. Гель вернул ей некое подобие жизни. Оживленную мышь я поместил в воду. Среду обитания с живой. Оживленная мышь не проявляла ни к чему интереса. Оживая, по-видимому, испытывала сильный стресс. Через 15 минут оживленная мышь атаковала и убила живую. Полчаса спустя оживленная мышь перестала двигаться, ее труп был совсем твердый, а на ощупь, так как в нем загустел гель. Твердый на ощупь. Я оживил структурным гелем еще одну мышь. На этот раз я использовал раскалиброванный гель, который дала мне Эймс. Результат впечатляет. Мышь словно цепенела, или точнее сказать, стала похожа на лунатика. Чтобы предотвратить загустение, я использовал электромагниты, вызывавшие в теле животного слабый электрический ток. С их же помощью нам удалось в какой-то мере контролировать мышь. На фундаментальном уровне структурный гель не изменился. Это все тот же гель с поперечными связями. Сориентированным графеном в полиненасыщенной матрице, что был введен в строй по всему патусу 2 несколько лет назад. Проблема не в самом геле, а в том, что управляет им в НИУ. НИУ у нас научно-исследовательский институт, я не знаю, как по-другому расшифровать. Гель не приобрел никаких новых свойств, просто НИУ. Да залепи нахуй, еще раз мне помехи дашь, я найду тебе бошку, блядь, откручу говно. Почти все указано на то, что все мутанты, рыбы, акулы и даже помощники управляются Нью с помощью структурного геля. Все они тем или иным образом подверглись воздействию заряженного геля, что вызвало рост злокачественных опухолей, влияющих на их поведение и развитие. Мотивы и поведение искусственного интеллекта разгадать трудно, но известно, что это началось вскоре после уничтожения человечества астероидом. Ах, вот оно чё. Апофис! Не могу сказать точно... В чем именно причина? Ошибка ли это в программе или тщательно спланированная эвтаназия? Но вряд ли это поможет нам выжить. Прикольненько. Так это гель? Или что? Как его надыбать-то? А, вон гель. Что это такое? Графики какие-то.
Я такие на алгебре чертил. А это что? Аккумулятор, видать. О, а вон и мышка. Запись идет. Хренася. Как работает эта херня, вообще не понимаю. А, понятно, это джойстик. Попробуем-ка мышку реанимировать. Просверлим ей задницу. Чувствую себя доктором Франкенштейном. Она оживает. Давайте подбодрим ее. Еще одним разрядом. It came back to life. Something like it. И что? Нужна ли мне эта херня здесь? Да. Странное. Что требуется? О. А, ремонт требуется. Что ж, оживим это дерьмо. Бля, прикольно. Иногда эта игра бывает занудной, но иногда она бывает прям... прям огонь. Так, надо крысу закрыть там в жопу. Куда он, интересно, положит этот фуфырь, блин, с этим герем трехлитровый? Биологический кабинет. Ну, круто, конечно. Интересно, сколько времени я уже назаписывал-то хоть. Все в одну серию, походу, не влезет. Да, действительно, на сегодня время вышло. Жаль, жаль. Придется закончить на самом интересном месте. Ну что ж... тем интереснее будет следующая серия, а то вдруг там интересности кончится. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь напишите. Ну и адьё. О, Моник не бьется. LG, наверное. Что это такое? А, вот она и мышка. Отданная на съедение. Отстой какой.